как улетишь с этого. Там же за ноги можно брать честно. Время. Вторая победа Бурдужи. Третья победа Чезаро. Поклонились. Пожали руки, ушли, отдыхаем. Минуту отдыха. Что такое, Артем? Что-то не помню. Что-то ноги лезет. Пусть лезет. Ни разу не лез. А я не привык с Владом. А с кем? Со мной? Что с кем? Да нет, Влад не лезет в ноги, я встал. Ну, обычно. Ты ставишь ноги, он не лезет? Да, до этого не лез. Ну, а сейчас? А сейчас просто лезут. Не был готов. Это хорошо или плохо? Значит, Александр Иванович Мишов, если мой ученик, не ходя туда выигрывать. Когда я у него были, все там только так стрелял. Почему? Все в ноги лезут. Там, в другой. Все в ноги? Да. Так ты, смотри. Вот еще дай немножко отдохнуть. Кажемы! Еще, подожди. Сейчас. Иранский борец отдавал ногу. Так я знаю, да. Ну вот ему отдай ногу, пусть от не две ноги, а одну возьми. Так я бы отдал, я не ожидал просто, что в ноги залезет. Ага. Приготовились? Сейчас, чудо. Владимир. Так, выдаем между собой, пока Цезарь ходит. Не нет. Надо, не надо, сейчас он придет. Это слово просто не играет. Сейчас. Эй, кончай баловаться! А то сейчас за Навального в тюрьму отправлю. Здесь нету этого. Как он это? Свободы слова здесь нет. Как я скажу, так и будет. А меня не будет, как Юрий Саныч. Готовы? У вас четвертое получается. 2-0. Да. Время. Пошли вдвоем. Артем, надо выигрывать. Влад, не дай Боже, проиграешь. Я потом объясню, почему. Третья победа, кровь из носа. Влезь, Владимир, на задник. Показал пока как влез, как молния. Ты так молдаване говорят. Ну, как ты долго лезешь. Даник, замочи его, блин, через грудь. Можешь за ногу взять? Да, можешь тут брать. Так. Чезар, там 30 отжиманий, 30 раз пресс, отжимания, пресс, что у нас тут? Приседания, отжимания, пресс и 10 подтягиваний. По 50 раз, да? По 30. Можно взять кимоно? Да, можно. Владимир, сюда. Не надо снимать, наоборот, кимоно. Да. Ну, показывай. Это основной прием, как делаешь. Покажи. Один балл. Еще раз. Ты пока, ты смотри, ты работаешь подсечку. Ты покажи подсечку, залезь на задник. И не той ногой подсекай правая, подсекай левая, залезай правой. Стоп, что там такое? Что, за палец укусил? Давай, вставай. Вставай. Как это во второго? Давай. Так ты вроде. Вставай. Давай, Немцов, вставай. Немцов. А ну, Владимир, покажи ему, блин. 6. Давай. Россия отбирала крем. Встали.
Встали. Встали. Даник, встали. Удушающий. Встали. Ну и задуши его. Все, сдался. Даник, Матея, сдался. Я бы сказал, встали. Туда, туда, встали. Даник, туда, 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 встань на ковер. Даник, дисквалификация за удушающий во время самбо. Нельзя удушающий сам? Да. Тебе же вот ребята говорили. Давай, 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 не делаешь, Чезар. Ну, вот так же Россия отбирала. Ну, давай, Артемчик, что ты там придумать можешь? Право сверху и за ножку. И за ножку рукой мельницу. Чебанят. Артем. Один балл, 2-0. Что-то надо придумать. Все. Даник в стойку, Владимир, Даник в стойку. Замечание тебе за удушающий, Даник. Давай, 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 давай. Мака. Время. Пожать, что ли, набил. Пожали руки. Артем, что бы ему сделать, а? На захват не дает. Не дает захват? Снизу взять. Давай, а что хочешь сейчас сделать? Посадку. Посадку? Посадку. Да. Даник? Да, я. Куда ты? Не знаю. Пописать, что ли? Горшки все закрыты. Смотри, ты хочешь делать посадку после чего? То есть надо делать прием, так, а потом посадку. Я снизу показал вперед, а посадочку да? Не получится. Сделал подсечку вот так. Да, первый скал. Стоп, нет, это что-то не то. Как? 100%. Нет. Всегда идет. Встали. Покажи еще раз. Вот. Сейчас подожди, Саш. Ты скажешь, схватки чуть-чуть больше, чтобы не отдохнуть. Покажи, что ты хотел сделать. Так. Так ты влево стоишь. Эй, качай баловаться! Даник ушел, Чезар вышел. Все, разговариваем. Даник, кончай разговаривать. Осталось 10 минут, и ты мне начинаешь доводить. Все, понял. Хорошо. Еще раз. Так, Чезар, что сделаешь ему? Все, он готов. Броски, сейчас. Броски через грудь мне не нужны. Ты сам заходишь через грудь, и туда ныряешь и делаешь бросок. Это не пойдет на республике, не пойдет по юношам, по молодежи, самбо, дзюдо. Тебя туда никто не пустит. Пустит тебя Владимир, потому что он слабее. Это очень срок. Подхват не очень хорошо, неправильно делаешь, от него сразу переворот получишь. Подумай, что сделать надо. Хорошо? Джем! Время! Артем, надо выиграть. Во что бы то ни стало. Что бы это ни стало. 3-0 проигрываешь. Опять. По дзюдо сразу шида получишь. По самбо нет. Не играет роли, делаешь или не делаешь. Тогда пройди туда и без броска вытащи его наверх. 3 секунды держи. Переходи на удержание, Артем. Не убегай, переходи на удержание. Стоп.
за ковром. Переходи на удержание, что там? Ногами держу. Блин! Артём! Там бал был или нет, не видел его. Давай, двигайся, Артём, двигаться, двигаться всю схватку. Не обязательно залезать, двигаться, рвать захватку, дергай. Вот нога его была. Вот переворот, правую руку повыше, сверху, согнуть, в ножку пройти, мельницу сделать. Подтяни к себе правую руку, возьми сверху за плечо и правую руку к себе тяни все время. Или зацеп голени делай с падением. Все время тебе... Ну, забеги, забеги! Ну, высеки его! Поднять, поднять. Нет, вытащи. Правильно, Владимир, только разворачиваться надо было. Чезар, стойку. Да не поменяй. Стоп! Предупреждение тебе. На голову идет. Предупреждение. Второе снимает с ковра. 1-0 он ведет. Что? Под дзюдо. Как судьи решат, это могут кусок ума кидать. Это голову пошел, могут дать и все. 80% что дадут. Да, не грея бороться, а не болтать. 1-0 ведешь, Пастухов. Руку правую к себе и подтягивать, и подтягивать ее все. Чтобы для того, чтобы выполнить. Ну, раз, два, еще какой-то прием, завершающий. Вот это все время подсекает, надо переподсекнуть. Подсекает, эту ногу убрать, другой засекнуть. Проигрываешь, Влад, проигрываешь. Вот, давай, 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 Влад, проигрываешь. Рука за голову, идешь на заднюю, 2 балла. По самбо могут дать, могут не дать. Почему 2 балла? Я же делал, контрапрем не был. А что ты на бок упал? Не скажешь? Вот ты что на бок упал? Сам что ли? Или он тебе помог? А когда делаешь прием? Нет, но он помог тебе. Такой странный, блин. Под дзюдо это вообще в азаре. По самбо... Стоп, стоп, все. Ушел Даник. Иди сюда. Вон туда остановись. Вон туда, да. Пошел Владимир. Сожрал его. Пока он не встал, быстро бросился на него. Ну а спину надо было. Стоп, Чезар. Туда. 30 приседаний, отжиманий, пресс. Ну, ну, Влад, Влад, работаем. Опять через спину с колен. Руку надо сорвать, наверное, его. Мате. Время. Подвел ты меня, Влад, блин. Конечно, подвел, блин. А я тебе скажу, почему. Пошли вокруг ковра. Если бы ты выиграл 4, я бы тебе шоколадку не дал. А так 3 победы, ты сказал. Вот я тебе придется дать. Засранец, блин. Не мог 4 сделать? Я знал, как он сделал. Что? За кебабом идете? Меня возьмете с собой? Ты любишь кебаб? Кебаб. Лиля, кебаб любишь? Да? Не, мистер лучше. Как? Мистер. А что такое мистер? Нет, мистер есть кебаб. Такой просто... Мистер кебаб? Да. Мистер это кебаб... в 2 раза больше? Нет, 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 просто он лучше мистер кебаб. Еще раз, что, нет, что? Это заведение. Нет, это заведение так называется, мистер кебаб. А где оно находится? Это тут недалеко. А почему оно там лучше? Ну,